Всех приветствую! На дворе весна, и скоро состоится знаменитое событие. Это ярмарка земляков. Ярмарка земляков пройдет 18-19 мая 2024 года в городе Бад Зальцуфлен. В принципе, там же, где и была в прошлом году, и в позапрошлом году. Спешите купить билеты, осталось совсем немного времени. Ссылочку для покупки билетов я оставлю ниже. Ну, а у меня для вас приятная новость. Я хочу разыграть 10 билетов на ярмарку. Значит, что нужно для этого сделать? Нужно быть подписанным на социальные сети ярмарки, на YouTube канал ярмарки. Ссылочки также оставлю. Нужно быть подписанным обязательно на мой канал. И под этим видео написать «Еду на ярмарку». Такие слова. Позже я сделаю стрим, разыграю, и программа по этим словам определит, кто выиграет эти счастливые билеты. Так что играйте и выигрывайте. Я думаю, кто умеет выигрывать, тот обязательно выиграет. Значит, дополнительную информацию, когда будет стрим, я сообщу чуть-чуть попозже. Следите за моими новостями в соцсетях, в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе, в сообществе. Ну, в принципе, кто подписан на меня, тот знает. Кто не подписан, подписывайтесь. Вся информация есть у меня под любым видео. Кто не знает, что такое ярмарка, зайдите на официальный канал ярмарки, ярмарка ДЕ, и можете посмотреть. Выступать будут артисты, будут продавать много, можно покушать, отдохнуть, встретиться с земляками. Я, скажем, встретил человека, которого не видел много лет. На ярмарке даже не договаривались и встретились. Так что желаю провести счастливое время, и обязательно, кто хочет со мной встретиться, обязательно встретимся, потому что я всегда объявляю, во сколько и где я буду стоять, но обычно возле выхода, во сколько, и кто хочет увидеться со мной, тот увидится. Ну или на ярмарке встретимся.